Здравствуйте! Сегодня хочу в очередной раз вместе с вами распаковать посылку сайта iHerb. Впервые в своей жизни, уже где-то лет 6, заказываю, даже может больше, с сайта iHerb эти посылки. Впервые воспользовалась доставкой с помощью DHL. Почему я это сделала? Сама по себе доставка DHL, она очень быстрая, но она в то же время очень дорогая. В этом месяце для региона Украины была сделана акция, по которой на любой вес можно было сделать заказ, и при этом доставка была стоимостью 8 долларов всего лишь. Что могу сказать, я воспользовалась ей по полной программе, и вес этой посылки, сейчас я вам скажу сколько, довольно она увесистая, 11,9, если вы видите, фунтов, то есть где-то порядка 7 килограмм объемного веса в этой посылке. Довольно быстро эта посылка пришла ко мне, и плюс этой доставки то, что вас предварительно прозванивают, дома ли вы, и потом курьер приносит вашу посылку к вам прямо домой. Очень удивила система подписи за получение посылки, она была электронная, то есть непривычная нам бумажка, в которой ты ставишь подпись, а с помощью специального считывающего устройства ты подписываешься пальцем. Ну что, давайте открывать эту посылку. Вот таким образом посылка выглядит в середине. Довольно много всяких продуктов. И не так уж много упаковки. Первый продукт — это у нас средство для чистки ванны и душа, душевых кабинок. Заказала две штуки, поскольку хочу одну отдать своей маме и одну оставить себе. Когда я делала заказ, то упаковка имела совсем другой дизайн. За счет этого, видно, они сделали скидку на этот продукт. Хорошие отзывы именно этой фирмы я не пробовала, но думаю, что в принципе будет то, что нужно. Запах иланг-иланг, то есть я думаю, что это будет еще и дополнительная ароматерапия, когда будешь чистить свою душевую кабинку. Производство у нас США, как вы тут видите, и тут 828 миллилитра. Довольно большая упаковка, думаю, что хватит ее надолго. Думаю, что вот этот пульверизатор тоже будет удобный. Отзывы читала, по отзывам сориентировалась и захотела его взять. Плюс еще небольшая скидка на него была. И оно, в принципе, по цене вышло не очень дорого. Видите, тут не токсичные, а специальные зеленые как бы технологии. И оно очищает без того, что можно, в принципе, не смывать потом пленку, которую мы распыляем на нашу душевую кабинку. То есть я так понимаю, что оно еще будет без разводов, и я на это надеюсь. Использовать для душевых кабинок, стекла, каких-то труб и так далее. А по составу тоже состав шикарный, если вы видите, сейчас попробую. Нету всякой гадости, которая у нас очень часто присутствует в таких вот пульверизаторах для того, чтобы очищать ванную комнату. Надеюсь, что понравится, по крайней мере, в средствах именно с iHerb для чистки душевых кабинок я не была разочарована еще ни разу. Надеюсь, что с этим то же самое будет. Следующий увесистый продукт — это у нас средство для мытья посуды от фирмы Method. Та же самая фирма, как и предыдущий продукт, именно для очистки душевых кабинок. По составу тоже он, в принципе, очень неплохой. Очень удобно то, что можно держать эту упаковку вот так вот. И вот маленькие упаковочки, они тоже продаются на iHerb, но так как нужно было забить посылку до «не могу» и использовать доставку DHL по максимуму, то как раз заказала максимальную большую упаковку. Если не ошибаюсь, где-то около 900, а даже больше литра средства. Запах морских минералов. Много кто хвалил именно этой фирмы запах свежего огурца, но его не было в наличии. Я так понимаю, что его вообще сняли с производства. Интересная такая вот эмблемка. У меня есть емкости, куда можно залить. Это средство для мытья посуды. А по составу тоже классный состав. Если сейчас попробую приблизить. Я так читала по отзывам, что очень хорошо отмывает жир, отличный состав, ну, будем пробовать. Соотношение цена-качество, конечно, вы про это узнаете уже, когда я попользуюсь этим продуктом. Ну, надеюсь на то, что это меня не разочарует. И, кстати, каждый из вот этих вот продуктов был запакован в такой zip-упаковочку. То есть, если, не дай бог, ваш продукт разольется, то он будет именно в этой упаковке и не навредит всем другим продуктам, которые у вас находятся в посылке. Следующий продукт — это у нас средство для уборки унитазов.
Ну, в этой посылке я решила ударить по средствам по очистке и гигиены моего дома. Состав он тоже, в принципе, биоразлагаемая формула, основана на растительных каких-то компонентах. Вот состав, то есть, сейчас его, довольно мало ингредиентов, не так, как в таких, как у нас продаются, типа Доместос. А еще, видите, специально тут запаковали, чтобы в транспортировке не открылась эта головка сама по себе. Ага, только видите, негатив в том, что когда отклеиваешь, то можно, в принципе, не увидеть. Ну, отклеивается сам код, когда это было изделие произведено. Так, стандартный, как видите, такой вот носик. Как раз для того, чтобы под ободки унитаза доставать. Ну и запах, я вам скажу, такой хвойный. Ненавязчивый, не очень ярко выраженный, как в таких простых наших средствах с большим составом химикатным. Следующее, это уже для ухода за собой. Это гель для душа. Nature's Gate у нас фирма. Кстати, не поменяли дизайн. Почему я выбрала именно этот гель для душа? Потому что когда-то пробовала его, мне очень понравился запах и то, что он хорошо пенится и не сушит мою кожу. Не знаю, из-за того, что может поменялся этот вот дизайн, может поменялась составляющая этого геля, но надеюсь на то, что он остался таким же хорошим, как был. Правда, у меня был другой запах, тут запах граната и состав, сейчас я вам покажу его. То есть, как видите, довольно тоже неплохой состав, нету SLS. Тут вот код, но правда вот с этими кодами проблема, то что нужно искать калькулятор, чтобы перевести, когда его был сделан этот гель для душа. Довольно увесистая баночка, пол литра, думаю, хватит для меня и моего мужа надолго. Надеюсь, что он такой же хороший, как был раньше. Следующий продукт по уходу за волосами, это маска от фирмы Nubian Tamanu. Ну, тут не только томановый экстракт, но и разные другие составляющие. Почему взяла именно эту маску? Где-то читала, что она просто имеет колоссальный эффект на волосы. В данный момент у меня они начали почему-то выпадать очень сильно. Я боюсь за них и хотела бы попробовать именно эту маску. Тут они уже пишут, что надо до конца, до 06.18 использовать ее. Масса ее 340 грамм, но я думаю, что ее хватит надолго, поскольку у нее вроде бы расход не очень большой. Тут запаяно. Вам расскажу про нее чуть попозже, когда уже начну ей пользоваться. Ну, а на нее очень большие надежды у меня. Следующий продукт всегда у меня был в виш-листе, то есть это список желаний, который предоставляет Айхерб, когда ты хочешь какой-то продукт, но он у тебя по каким-то причинам не влазит в посылку или не хватает на него денег, ты его сохраняешь в специальный список, из которого потом можешь при формировании нового заказа добавить его. В данном случае я заказывала изюм наконец-то. Тут вот таких вот 6 пачек, правда, вот до 12-16 тут срок годности, но в принципе, я думаю, что съем его быстрее. А почему именно этот? Потому что он органичный, он без этой жирной пленки, как у нас продаются, знаете, такие обработанные изюминки. Часть из них пойдет моим родителям, поскольку они его используют для молочного тибетского риса. И для того, чтобы он лучше рос, как бы, и насытил воду, которая в нее заправляется, то используется очень хорошего качества изюм. Тут вот очень удобно то, что есть 6 упаковочек, 42 грамма. Это удобный вариант, чтобы попробовать. Есть такой же изюм, только в банках по 420, по-моему, грамм. Но для пробы я заказала вот такие вот сашеточки. Часть из них отдам родителям, часть будем пробовать и наслаждаться. И последний продукт, это по акции, по-моему, за $1.5 или за доллар. Такой специальный крем для, как вы видите, лица, губ, ушей, чего угодно. Ну, в общем, для всего тела, грубо говоря, даже для частей тела ребенка. То есть я думаю, что состав был хороший. Органовое масло, масло какао, масло ши и витамин Е в составе. Такая довольно симпатичная упаковочка, как всегда. Это бджилочка, пчелочка. А ингредиенты, как вы видите, вообще шикарные. Для всех типов кожи. Написано, что нужно использовать для сухих или каких-то поврежденных частей нашей кожи. Тоже код, то есть по которому можно узнать, до какого
срока он годный. И 28 грамм всего лишь, то есть такая маленькая упаковочка. Вы видите, тут в принципе уже ничего не осталось, только упаковочка из этих продуктов. Довольна очень этой доставкой, очень быстро, очень удобно. Все пришло в целостности и сохранности, ничего не пролилось, хотя были специальные защиты на каждый продукт, который мог пролиться. То есть вот тут вот и здесь, здесь вот запаковано дополнительно скотчем, чтобы, не дай бог, не было нажатия во время доставки. И вот эти три продукта были еще упакованы в специальную zip-упаковку. Эти продукты были упакованы просто в полиэтилен, который был скреплен вот такой вот скобой, который, в принципе, тоже защищает от того, чтобы, если, не дай бог, что-то пролилось, то оно тоже останется вот здесь вот, а не зальет всю посылку. Если будут еще такие акции с такой дешевой доставкой, я обязательно воспользуюсь этой акцией, но вообще приверженец того, что заказываю по самой дешевой доставке. Правда, я жду ее в Украину, Киев, где-то около 2-4 недель. Ну, я думаю, что оно того стоит. Зато экономишь, и ты можешь, ну, больше денег потратить на какие-то продукты, которые тебя интересуют на Херби. Все ссылки на эти продукты я оставлю в инфобоксе. Интересует, конечно, что-то вы из этого пробовали. Если да, то расскажите свои методы использования этого всего. И спасибо за то, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, и всем удачи и здоровья!